додавливаешь, этого хватит для того, чтобы... Не, я потом, если не хватит, я буду додавливать. Ну а так вообще на одну картину много уходит красок? Ну, сложно сказать, потому что мы же ее не пишем за один раз. То есть мы ее, и смотря чем писать. Если мы пишем картину кистью, меньше красок. Если есть такая техника мастихин, то туда идет очень много. Ну, даже несколько тюбиков может быть на картину. А ты рисуешь сразу краской? Делаешь там наброски карандашом, потом еще чем-нибудь? Это как получается. То есть вот в данной ситуации я собиралась сделать работу, как мы в воскресенье приехали сюда порисовать, начался дождь. Поэтому я под дождем я просто сделала набросок карандашом и собиралась закончить это дома. Так что мы сейчас просто как бы продолжаем воскресные работа. Ну, конечно, уже все совершенно по-другому, то есть вообще природа меняется мгновенно. То есть вот солнышко чуть-чуть появилось больше, желтый стал ярче, то есть зеленый стал ярче. То есть, и вообще цвет мы видим благодаря свету. То есть, потому что если нет света, то мы не видим цвет. То есть ночью мы не различаем цвета, это особенность человеческого зрения такая. И поэтому задача выхватить какое-то мгновение, то есть поймать впечатление от момента, вот, и уже вот это впечатление удерживать в голове, то есть все остальное это, в принципе, уже картина, через секунду уже картина полностью меняется, потому что мы прорисовываем наш мир, ну, как бы такими вот импульсами, и уже через буквально через секунду меняется освещение, меняется свет и меняются абсолютно все цвета. То есть вот сейчас вот мы видим зелень, она аж белая такая, голубого цвета, вот листья зеленые. Почему? Потому что света много, и он отражается на листьях, на деревьях. То есть каждый листочек – это источник передачи света. И вообще, есть такая концепция философская, что мир создан, соткан из цвета и света. И это самое главное, наверное. То есть вот когда человек это понимает, он тогда понимает, что все остальное это как бы передача нашей мысли на холст. То есть и то, что мы видим, окружающий нас мир, это тоже все деяние света. Ну, так.